Как у вас с этими с противовирусными? Вот все, что на витрине, видите, вот все противовирусное. Вот витрина противовирусная. Амексины, циклопироны, кагацелы, арабидолы, индоверин. Ну, нормально еще. Ну, конечно, не фамвиры, не т.д. и т.п. Понятно. Но... А кроворазжижающее, что у вас? Курантила нет, проксипарина нет, клексана нет. Только потому, что так захотелось верхам. Нет. Вот и все. То есть вообще ничего? Да, ну же лозунг еще надо сделать. Нет. Не у нас, а у них. Понимаете, да, что? Ага. А так не все едино. Вот это мы сначала закормили все сумомедами, а потом таваниками. Сейчас не всыпала спарина, наверное, и закончит антисемитом.